Здравствуйте! Для начала хотел поблагодарить дольщиков, которые предоставили нам площадку. И прошу обратить всех внимание на их проблемы, на тот беспредел, который творит с ними власти и застройщики. Спасибо всем тем, кто откликнулся на призыв Навального и вышли 9 числа протестовать против пенсионной реформы. А также спасибо всем, кто оказывал помощь задержанным. Благодаря этому мы можем выступать сегодня более-менее спокойно. Солидарность — наша сила. Ура! Есть три пути, которые могут отменить пенсионную реформу. Первое – это ходить на смешные митинги и ждать, пока у властей закончатся деньги на полицию и ремонт площадей. Второй путь – ждать, пока режим прикончит санкции и кризис. Но проблема в том, что после этого нам будет не на что жить. И есть третий, прямой, но, возможно, самый сложный путь. Нужно бастовать. Это правильно. Нужно бастовать. А для этого нужно создавать независимые профсоюзы и проводить забастовки солидарности. Для этого вступайте в революционные левые организации, поддерживайте их своими делами и идеями. Это не значит, что мы не должны ходить на митинги. Мы должны приводить страну в один большой митинг. Давайте поддержим. Это не экстремистские высказывания, это точка зрения. Это для граждан, которые наблюдают за нами из микроавтобуса «Спринтер» и с ФСБ. Да здравствует всеобщая забастовка! Да здравствует всеобщая революция! Социальная революция! Забастовка! Забастовка! Забастовка!